Да у нас тут туманище прям вообще. Особенно вчера было. Да, это вообще жесть вчера все было. Ехал, короче, здесь на обратке. Вообще все темно было. Вообще машин не видно было. Сейчас более-менее кое-как. Но все равно все темно, ничего не видно. Прям вообще. Сегодня какой? 11 декабря? А вообще ничего не видно, блядь. А вчера было вообще жесть просто. 100 метров. А ты ничего не видишь. Вот офигеть. Короче, на переходе стою, пятый переход здесь, в метро Новокостеново. Новокостеново, метро. Пятый переход. Вот жду водителя своего. Сейчас он выезжает, говорит, что так рано? Я говорю, типа, а я смотрю, и, типа, мне ехать 45-50 минут. Ну, Яндекс карты показывает, да, на маршрутке. Ну, думаю, пока я сяду, пока все остановки соберу, пока выйду, пока до выхода дойду. Думаю, типа это. А, ну вот час, короче, будет. 5:30 типа, вышел. 5:40 сел. Вот, и получается. Во сколько я в 6 приехал? Типа, блин, а он сказал, типа, к 7. Говорит, типа, только сейчас проснулся, говорит, типа, я сейчас сказал к 7. Я типа, ну блин. А время еще сколько? 6:20. 6:22. Полчаса ждать, если не больше. Но ему тут недалеко ехать. Он русский хлеб наш. Может наш водитель, может не наш, не знаю. Наверное, наш водитель. Магнит повез. Хлебушек. Наверное, наш. Арматеки, арматеки. Сейчас тоже арматек приедет. Такая же фура. Сейчас такая же фура приедет, ну да, фирменная, арматековская. Уже гоняют ребята. Мы сейчас тоже поедем точки развозить, точки, точки, ходки, ходки. Чем раньше вышел, раньше проснулся, раньше закончил. Да, там, конечно, точки с 9, где-то с 8 пишут, да? Но ты в 6, там, в 5:30 выезжаешь, да? И надо там в 5 выезжаешь. Но когда в 5 выезжаешь, то ты в 4 должен вставать, пока перекусить, то все, типа, да? Турмухур. Вот. Не знаю, как погода сейчас сегодня еще. Непонятно, что по погоде будет. Погода. Вроде бы стали чистить, но дороги еще не все почистили. Дворники только вышли на работу. Хотя они должны ночью все это чистить. А днем отдыхать. Ночная работа должна быть. А ночью у нас снег шел, блин, утром только закончился. Вот этот туман вот, блин. Вообще жесть. Ладно, что, будем стоять, курить, ждать. Будем стоять, курить и ждать. Я должен подъехать. Ну, раньше начнем выгружать. До точки доедем. Быстренько. Я не знаю, надеюсь, сегодня опять 4 точки будет, потому что когда вчера 4 точки, позавчера 4 точки было. Быстренько как бы, да? Но первый день, конечно, был прям жесткий, позавчера. Прям жесткий. Что-то 4 точки, мы их разбросили до часу, до двух, может быть, максимум, да? А в итоге заехали в сервис, и там с движком, короче, она турбина накрылась. Там, что получается, гофра разъела. И турбинный пиздец. Хана турбине. Вот, и сейчас в сервисе, короче. Поэтому как-то так. В понедельник только выйдет мои водители. О котором я только изначально слышал. Ну, в понедельник там может другой водитель будет. Не знаю, может его дадут, может не надо. Может, Тимофей будет, может, не Тимофей будет, не знаю. Сегодня Гасан. Вчера с Гасаном работал, сегодня с Гасаном. Сказали, вчера руководитель говорит, типа, это, выходной. Потом говорит, типа, не выходной, с Гасаном поедет. Говорит, Гасан, на самом деле его не Гасан зовут. Я говорю, блин, хотел написать, типа, чего вы обманываете. Может, они сами не знают, какого его зовут. Может, оно им представился, что я Гасан. А я Дмитрий Владимирович Путин. Дмитрий Яшкин Якубович, блядь. Александр Невский, а я Александр Невский. О, короче. Светлогорье. Отчество Светлогорье.
представляются все, кто кем как хочет, блин, вообще здесь. Может, им тоже сказать, я Никита. Никита с Никитой, короче, логистом. Никита логист у нас. Ну, точнее, сначала Никита логист, а выводы делает Дима сейчас почему-то. Сейчас Дима на выводах работает логистом. Несколько логистов, как я понял. Вот. Они делают вывод.